Естественно, у меня были переживания. Естественно, я получил много чего о предстоящей школе Павла. Это просто улет. Даже я бы сказал, что это было корректирующим событием. Даже много, у меня есть много всего, чтобы я хотел выложить, там, вывалить, открыть, дать, транслировать на школе апостола Павла. Но были корректировки определенные. Мне, знаете, хочется понять, что конкретно. И особенность моего личного служения на школе Павла, хотя вы знаете, что там будет Нэнси Коуэн и Джастин Пол Абрахам, на сегодняшний день их прибытие подтверждается, все идет по плану. Также у нас будет прославление, вы знаете, там команда из Каунаса, Вячеслав Навин и не только. Поэтому будет круто. Но мое личное участие, мое личное служение на школе апостола Павла, оно предвидится таким. И я хочу открывать тайны внутренности. Сегодня мы за это поговорим. Я просто получил такой, знаете, импульс огромный из духа. Помочь тем из вас, которые уже много знают, но так еще мало умеют применять такие вещи, как, вот мы говорили недавно, пограничные состояния, трансы, управляемые сновидения. Итак, моя задача будет на школе Павла, друзья мои, открывать вот эту божественную природу, инструменты реальные, которые бы ты мог абсолютно, сегодня, как я буду за это более подробно говорить, чтобы ты мог оперировать в этом. Потому что большинство людей все еще похоже, а увидим ли мы, а взойдем ли мы, а как там после смерти. Все равно эти категории, они должны быть убраны, они должны быть просто отодвинуты. О, это будет мощно. И наконец-то ты научишься, я знаю, что это очень для многих актуально, наконец-то ты научишься пользоваться своим собственным царством, своим собственным духом, потому что многие только знают об этом, а это надо прочувствовать. Некоторые люди, они натягивают на себя умный вид и говорят, о, зачем куда-то ехать, Бог везде, я здесь все то же самое получаю. Господь мне здесь все даст. И у меня тогда к тебе простой вопрос, я его говорил в своем видео, коротком послании. Если ты так реально такой крутой, что Бог тебе на всяком месте все дает и никуда ехать не надо, так просто пусть он тебе там, где ты есть, даст тебе поездку на школу Павла. И все. Итак, объявляю еще раз. С 19 по 29 апреля лучше брать еще 2 дня запаса, потому что у нас экскурсии крутые намечаются. Сейчас я чуть скажу об этом. У нас будет школа апостола Павла в Турции, в Алании. Что касается экскурсии, друзья мои, вот что мы хотим сделать. В течение 10 дней, которых будет идти школа, у нас будет, точно будет, это молитва и путешествие на корабле. Все планируете, мы прям служение, собрание, ну не служение, а собрание, торжество проведем на корабле. Будем молиться за континенты, там за города, вечеринка. Это будет молитва на воде, мы ее так называем. Второе. У нас обязательно будет молитва на земле. На земле мы и так будем молиться, там в зале, везде, где только можно. Второе. У нас будет молитва на воздухе для желающих. Это будет, в этот раз это будет не в Памуккале, это будет в Каппадокии. Мы поедем в Каппадокию. Мы сейчас думаем, как по расписанию это всунуть, потому что это поездка 2 дня с ночевкой в Каппадокии. Мои дорогие, это того стоит. Желающие смогут подняться на воздушных шарах и молиться с воздуха. Апостол Павел четко, по-русски, по-английски, там на каком переводе читаете Библию, пишет. На всяком месте мне угодно, чтобы мужи воздевали руки. Я когда думаю на всяком месте, думаю, сколько я на земле уже на всех местах это делаю. А вот на воздухе не делал. А это всякое место. Одно из всяких мест. Я хочу вам сказать, что когда мы поедем в Каппадокию, друзья мои, мы еще один вид молитвы совершим, который не совершали. Не совершали. Как бы это так сказать, еще мы раньше, на прошлой школе Павла было на воздухе, на воде, значит, на земле, и в качестве огня были мы. А в этот раз мы совершим еще молитву под землей. Такого еще не было. И мы, кто будет подниматься на воздушных шарах, вот этот рассвет в Каппадокии еще красивее, чем в Памуккале. Вы не забудете точно. Вы не забудете это никогда. У нас очень насыщенная программа. Вот эта экскурсия, корабль, и все это будет, конечно же, друзья мои, в облаке славы. Не просто эта экскурсия лишь бы посмотреть, а это конкретно
ну, как акт славный, это имеет свой смысл, свою суть, свою цель. И кто был в прошлый раз, вы видели, что это не прошло для вас бесследно.